Всем привет, снова The Brush. Давайте сделаем в этом видео курву. Как это будет происходить? Нажмем цилиндр, вытянем цилиндр наш, жмем Edit, жмем нашу клавишу Initialize, мы ее уже знаем, жмем поле F, открываем, Divide ставим 8. А тут дивайдов ставим 9. Вот так. Теперь заходим в деформацию. Нажимаем Size. Отключаем X, Z. И вытягиваем. Так делаем больше. Вот что у нас получилось. Так. Теперь давайте зайдем. Сделаем Make Polymesh. Чуть-чуть уменьшим, выделим вверх, Ctrl и низ. Вот так вот. Теперь зайдем, давайте опять в деформацию. И теперь size. Давайте сделаем Ctrl и сделаем size вот так вот. Вот что у нас получилось. Снимем выделение. Так, теперь давайте назначим полигруппы. Вот так вот выделим. Ctrl-W. И вот так вот. Сейчас. И вот так вот выделим. Ctrl-W. Получается у нас так. Нижняя не сработала. Давайте выделим вот так вот. И назначим еще полигруппу. Вот теперь у нас три полигруппы. Теперь добавляем дивайдов. Вот так, я думаю, достаточно будет. Теперь зайдем в трансформацию, отключим, включим симметрию по Y и ротацию. И здесь радиалов поставим 4. Вот 4 радиала у нас есть. Зачем нам это нужно? Сейчас посмотрим. Жмем Ctrl. И вот так вот выделяем полосу. Теперь инвертируем Ctrl-I. И теперь заходим. Так, заходим в Trip. Так. И делаем что-то вроде вот такого цветка. Теперь снимаем выделение. И давайте чуть-чуть смягчим вот это все, наполним. Так, жмем. Так. Вот эту нажмем Inflate, сделаем ее попышнее. И теперь зайдем, давайте, в Twist. Так, поставим по Y. И вот так вот ее перекрутим. Вот что-то такое у нас получилось. Здесь вот Subtool у нас есть. Давайте зайдем теперь в Brush. Нажмем вот эту клавишу Insert Mesh. Жмем новый. Вот он у нас появился. Мы его можем сохранить. Вот Save As. Преобразовать его в Mesh.
Так, теперь что делаем? Давайте зайдем в Appand, добавим. Так, добавим куб. Нет, отбой. Давайте куб удалим. И добавим опять цилиндр. Так. Что это такое? Добавим еще цилиндр. Вот перейдем на него. Так. Немножко его. Так. Вот так его уменьшим давайте. И теперь зайдем опять же, теперь жмем Draw, рисуем рядом вот эту вот нашу курочку. И теперь зайдем опять в Brush и нажмем Clear Insert Mesh Append. Жмем ОК. Жмем, вот у нас две появилось. Давайте все это сохраним. Так, nano mesh, insert mesh. На рабочий стол сохраним давайте. Теперь да, вот это все давайте уберем. Откроем давайте куб. Или лучше давайте сферу. Вот так. И попробуем теперь загрузить нашу курву. Insert mesh и немножко так сделаем make poly mesh. Теперь добавим divide в нашей сфере и порисуем. Да что ж такое? Ctrl N. Добавляем нашу сферу. Вот она не рисует. Почему? Потому что нам нужно перейти на вот эту рисовалку и так заходим в строк, жмем Curve и жмем Curve Mode. И вот теперь мы можем ей рисовать. Вот такая курва у нас получилась. Вот что-то такое. Вот теперь мы... Вот такая курва у нас получилась, как канат. Теперь можно эту курву удалить. И вот такой канат у нас получается. Так. Можно его еще настроить. Сделать более-менее вытянутым, мягче. Но это уже покажу в следующем видео. Все, всем пока.